день. Ты что, подразозлилась своим заявлением в Инстаграм? Да нет, не то, что подразозлил. Наверное, больше мотивировал. Преподать мне урок бокса. Мне очень интересно это посмотреть. Мы, конечно, из каждого боя выносим какие-то свои уроки. Несмотря на то, что это бывает и победа досрочно в первом раунде, или еще как-либо. В любом случае, от каждого боя мы вносим какие-либо уроки. И здесь посмотрим. И, возможно, преподадим ему урок. То есть будет тот вариант, когда ученик учит своего учителя? Да, совершенно верно. Вы считаете себя учеником в данном поединке? В данном поединке учеником может быть только Андрей Вичука учеником. А так не. Алексей, главная ахиллесова пята, силка, это плохая способность держать удар. Это ни для кого не секрет. Будете стараться досрочно закончить поединок? Знаете, ну, когда нацеливаешься на нокаут, он никогда не придет. Когда ты более расслаблен, ведешь поединок и настраиваешься на нокаутирующий удар, настраиваешься на весь бой, провести всю дистанцию его, как мы, в принципе, и готовились, оно само собой приходит. Считаете ли вы Исмаила самым сильным своим соперником на данном этапе? Возможно, но не факт. Это еще будет видно по бою. Это может будет заявить после боя, что был ли он самым сильным или нет. Так, сейчас смотри, да, это действительно серьезный спортсмен, серьезный оппонент, который имеет большие поединки в прошлом, владеет сейчас каким-то из титулов, если я не ошибаюсь, и бился за основные пояса чемпиона мира, боксировал действительно со звездными именами, поэтому действительно хороший соперник. Ваша цель в боксе – чемпион мира? Конечно. Возможно, и абсолютно чемпион мира. А следите, стремимся к этому. Следите за суперсерией? Конечно, конечно, слежу за суперсерией. Можете пару слов тогда о ней? А суперсерия? Кто ваш фаворит? Гасиев Усик. А кто выиграет? Не могу однозначно сказать. Очень интересный поединок ожидается. Если все сложится удачно, то Усик с Гасиевым будет боксировать в финале. Я думаю, что это будет действительно очень интересный бой. Вы считаете, Дартикос не имеет шансов против Гасиева? Все имеют шанс в этом тяжелом весе. И мы знаем, что сейчас остались действительно очень хорошие боксеры в суперсерии. Тот же самый Бриедис, нестандартный. К сожалению, Лебедев там не участвует, согласен? Да, да, согласен. К сожалению, я там не участвую. Ну, Максим Власов тоже так считает. А вам тяжело дался? Максим Власов тоже считает, что, к сожалению, что я там не участвую. С юмором это хорошо. Вам тяжело дался переход из кикбокса в бокс? Потому что ваш ролик, знаете, где вы наносите хайкик и попадаете по тренеру, он довольно популярен. Да. Скажите честно, это настоящий или постановка? Нет, это настоящий. Это, если там внимательно прислушаться, там много осуждений по этому поводу было в мою сторону, что там якобы я специально ударил. Не было такого специального преднамеренного удара. Если внимательно прислушаться, он говорит ту, то есть два удара. И после первого сам опускает лапы, и этот удар попадает ему в голову. А что касаемо тяжело ли или нет, ну не просто. Не просто это разные виды спорта, несмотря на то, что это оба спорта ринговой дисциплины, но абсолютно разные. А с кем хотели бы сами сразиться из чемпионов? Есть ли кто-нибудь, с кем бы вы с радостью были? Сейчас с действующими чемпионами? Ну да, именно кто из них? Да, в принципе, я готов с любым сразиться, просто всему свое время, как говорится. Интересно было бы с каждым из них сразиться, но всему свое время. Скажите пару слов болельщикам, которые придут за вас болеть. Болельщикам хочу сказать огромное спасибо, что приходят, поддерживают, пишут в соцсетях, пишут массу комментариев на страницах Мира Бокса, на моей странице. Спасибо, что приходят поддержать на мои поединки. Даже приезжая в другие города, я чувствую колоссальную поддержку. И также моим землякам огромное спасибо, кто приезжает с Реутова. Мой крайний поединок проходил в Воронеже, очень много ребят приехало с Реутова в Воронеж, чтобы поддержать меня. Даже в Екатеринбурге, когда я боксировал, реутовчане приезжали туда. Поэтому спасибо всем огромное, независимо от города, страны, кто поддерживает меня. Спасибо вам, друзья. А вам здоровья, только побед. Спасибо.